А вот и снова ты. Ты успеть подумать, как нужно себя вести на допрос? Напомни ему R2-D3. Ты рассказать нам все, что знать из самого начала, и не пытаться лгать, подтверждать. Ты рассказать все сначала или насилие? Ты сказать, что летит похороны на лайнер взорвать радикалы зеленой вселенной? Подтверждать? Ты лгать мне. Не могла быть логотип. Не могла смотреть на чулок из космос. Рассказывать правду. Подтверждать. Я ваш гид в мире космических похорон, функционирующий в вашем траурном скафандре. Прежде чем мы начнем дальнейшее общение, подтвердите, что после удара вы все еще способны читать. Прекрасно. Вы попали в нестандартную ситуацию. Всемирное похоронное агентство Брэсиш гордится своей безупречной историей, но ваша смерть может привести к репутации. Для затыкания необходим объект без сквозных отверстий. При подборе полезных предметов вы можете распихивать их по карманам. Достаньте жвачку из кармана. Возьмите жвачку в руки, стараясь не запачкать. Налепите ее куда-нибудь, кроме лица. Для затыкания необходим объект без сквозных отверстий. Вам полагается поощрительная фраза. Это впечатляет. Вы почти победили. Помните, что траурный скафандр не предназначен для длительного пребывания людей и животных в космосе. Рекомендуется незамедлительно вызвать помощь по интерфону, улучшить скафандр или впасть в депрессию. Все четыре колеса.